От шевронов до кружев Нягинский музейно-культурный центр отметил профессиональную международную дату акцией «Дарю музею экспонат» и пополнил свой фонд более чем 2000 новых предметов. Некоторые из них стали частью праздничной выставки и были представлены друзьям и гостям учреждения. Приходят наши друзья, которые знают лично меня, сотрудников нашего музея, да, и говорят: «Чаровкан, вот есть такой предмет, и мы принимаем, потому что этот предмет дорог этому человеку, что он действительно отражает какую-то частичку истории нашего города». В этом году полным составом примкнули к городскому музею коллекции нескольких учреждений. Так, педагог-организатор гимназии Ирина Ерохина продолжила дело своего мужа и коллеги Евгения Ерохина и сделала общегородским достоянием 4000 экспонатов музея боевой славы. Музей был создан в память о моряках, трагически погибших 12 августа 2000 года. Вот. И помимо вот этой трагической даты, можно сказать, что там прослеживается история флота Советского Союза, определенный, конечно, какой-то период времени, где-то, наверное, лет 30. Я буду очень рада, что детки других школ будут посещать, взрослые будут посещать этот музей. Один из первых банков Нягани, практически ее ровесник, Запсибкомбанк, как самостоятельное юридическое лицо, прекратил свое существование и стал страницей истории, тесно связанной практически с каждым важным городским объектом, о чем красноречиво говорит частный архив финансовой организации. В музей мы сдали 8 коробок, поэтому это только маленькая толика того, что успели пока рассмотреть, разложить. Это и документы еще Государственного банка, которые напечатаны на машинке, это и старые детекторы первой валют, которых мы начинали. То есть там и документы, и аппаратура, и атрибутика, и рекламная атрибутика. То есть все, что было мне дорого, я постаралась передать, чтобы все осталось у нас в архивах, в истории банка и финансовой системы города. Всего за последние 2 года из семейных кулуаров горожан на хранение в музей перешло более 2500 личных вещей, за которыми стоят уникальные истории. Маленькие, но важные пазлы больших событий страны и города. Елена Гаврилова, Александр Кузнецов, Нягинский телеканал. Специально для телеканала «Югра».